Ну что, друзья, второй день испытаний. Всем привет. Вчера уже попробовал подниматься на горку на вот этом легком танке. Ну и сегодня посмотрим, как оба поедут. Почему вчера не пошел второй? Раскрутилось ведущее колесо. Вот. И слетела гусеница. С собой инструмента не было, поэтому только на одном, как говорится, протестил. Но сегодня будем смотреть, как они вместе поедут. Пошли на горку. Танку не хватает плавности. Все, поехали на бугор. Так, вот смотрите, все, танк сползает. Пробуем легкий танк в этом месте. Буксует. Thank you.
Очень скользко. Но тяжелый заехал, легкий еще здесь. Идет. Правее пробуй. Отпусти чуть-чуть его. Отпусти. Ага, пробуй. Ага, давай. Пошел. Танки забрались, но все-таки мне кажется то, что на металлических гусеницах танк тяжелее и ему легче подняться. Но у него 27 мегагерц, нельзя сделать плавный ход. Вот, конечно, я бы посмотрел бы на него с 2.4 аппаратурой. Ну что, пробуем на спуск идти. Далее у нас преодоление рва. Преодолевать ров будем, наверное, вот в этом месте, потому что там очень большой разрыв. Ну, давайте попробуем. На малом газу. О, авария. Назад, наверное, мы не тронемся. Ушел. Коллега, извини, но твоим танком я врезался. Чтобы не сломать ствол, преодолеваем с убранными назад стволами. На малом газу. Так, аккуратно. Нет, воткнулись. Снова воткнулись. К сожалению, там не получается. Проблема. Тяжелый танк тронуться назад не может. Без разницы. Вперед идет, назад нет. Пробуем в раскачку. Ушел. Сейчас мы с вами загоним сюда легкий танк и посмотрим, уйдет ли он отсюда. Так, пробуем теперь на легком танке. Вот так иди, ага, прям больше не рули никуда. Туда надо, туда. Давай. Газуешь? Идет. О-о-о! Так. Он выехал, но мы чуть не лишили ствола. Надо было в момент спуска развернуть немножко ствол. Все, поехали. Я нашел триммер, отвечающий за газ. Все, поехали. О, вот это четко.
Давай. Давай, давай, давай. Через кусты нормально. Конечно. Давай, давай, давай. Нормально. Я попробую плавать. Давай. Вот, видите, в чем разница в аппаратуре. На этом можно сделать на 2,4 медленно, а на 27 МГц можно только по прямой, без нагрузки сделать медленно, ехать.